У президента Республики Татарстан Рустама Миниханова 1 марта день рождения. Главе республики исполнился 61 год. Жители Татарстана поздравили президента в различных социальных сетях. В основном желали здоровья, успехов в работе и благополучия. В Инстаграме количество комментариев давно уже превысило 1500. В своем личном аккаунте в социальной сети Инстаграм Рустам Миниханов опубликовал ролик с обращением, где поблагодарил всех за многочисленные поздравления с днем рождения. Огромные слова благодарности всем, кто через Инстаграм, ВКонтакте поздравил меня. Я очень благодарен. Желаю всем вам успехов, счастья, здоровья. Видео поздравления для президента Татарстана записали и жители Бугульмы. Они благодарят Рустама Миниханова за предоставленные возможности развития в области медицины, спорта и культуры. Спасибо вам за наш город. Нашим детям здесь комфортно и уютно. Желаем вам успехов! В честь дня рождения Рустама Миниханова жители Татарстана записали музыкальное поздравление. В своем видеоролике они поздравили президента на татарском, русском и английском языках. С днем рождения! Успеха, радости, везения! Анна Глазунова, Универньюз.